Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Мерлден. Давненько на нашем канале не было отцов. Ну вот, они снова с нами. Но сегодня мы не будем начинать новый рут. Сегодня мы посетим дополнительную сценку, которая доступна нам из сообщений. Новое сообщение нам прислал Крейг. Давайте же посмотрим, что же он нам написал. Привет, папа Аманды! Это я, твой друг Крейг, который любит спорт. У меня хорошие и умные дети, которые разбираются в компьютерах. А, прекрасно это слышать от тебя, дружище. Чё как? Я все еще силен. Силен, я сильный. Как будто я этого не знаю. Я, кстати, почитал об этом самом протеине. Ты его используешь? Полагаю, может помочь мне нарастить мускулы. Да, я знаю о протеине. Но сейчас не об этом. Мои детки решили устроить чайную вечеринку. И они хотели пригласить Аманду. Но мы не можем ее тут найти. Ты, кстати, тоже приглашен. Физическое приглашение скоро придет. Круто! Я рад приглашению. Я скажу о нем Аманде. Спасибо тебе, папа Аманды. Посетить эту вечеринку? Ну что ж, настало наше время посетить девичью чайную вечеринку. Время кофе. Вы же знаете, что отцы любят кофе. Заварю-ка я себе что-нибудь черное, как полночь безлунную ночь. Я поставил чайник и записал пару слов в кроссворде, ожидая, когда все заварится. Эй, тут слово печаль. Папа, готов к сегодняшнему дню? Я готов к любому дню, милая. Пора взять быка за рога. Не, ты готов к вещи, которую мы собирались сделать сегодня? Вещи, что ты мне обещал. Милая, я уже говорил тебе, что я не выброшу романы Тома Клэнси. Они просто застряли у нас в гостиной. Я постоянно натыкаюсь на них и пинаю, а ты их даже не читал. Погоди, нет, я тебя о другом спрашивала. Чайная вечеринка, папа. Не, я этого не помню. Девочки Крейга. И их нарисованы от руки приглашения. Аманда идет к холодильнику и возвращается с нарисованным от руки приглашением на куске бумаги. Приглашаются Аманда и папа Аманды на чайную вечеринку. Хм, они написали слово «сердечно» неправильно. Просто надень свои лучшие штаны на выход и пойдем уже. Я могу пойти и в трико. Меня ничто не остановит. Папа, просто... Жду тебя через минуту. Итак, важный выбор, дамы и господа. В чем же пойти на вечеринку детишек? В триконах старых или все же штанишки хорошие натянуть? Тут два варианта. Надеть штаны на выход, либо к черту все правила приличия, идем в триконах. Ну ладно, ладно. Не будем смущать Аманду. Наденем свои лучшие штаны. Привет! Спасибо, что пришли на чайную вечеринку! Я покланялся как можно лучшим образом и представил свою дочь, которая их поблагодарила и сделала реферанс. Сюда, пожалуйста! Брайер и Хейзл ведут нас к маленькому столику с крошечными стульчиками. Некоторые из них заняты плюшевыми зверушками, и я вижу, тут сидят Мэтт и его дочь. Мэтт комично приветствует меня маленькой пластиковой чашечкой. Эй, чувак. Как чай? Воображаемый чай. Абсолютно прекрасен.
На вкус отдает лимонной травой. Привет, Кармансита. Привет, мистер Папа Монте. Пожалуйста, присаживайтесь. Я сажусь между Амандой и Мэттом. Не думаю, что помещусь на этом стульчике. Да, нашу отцовскую попу не каждый стульчик удержит. Привет всем! Я поворачиваюсь и вижу Дейзи и Брайна. Они входят во двор и садятся рядом с нами. Простите, что опоздали. Дейзи заставила меня надеть мои лучшие выходные штаны. Похоже, такая проблема касается всех отцов и всех дочерей. Ну ладно, не будем тут разжигать конфликт, просто опустим ситуацию. Аналогично, Аманда настояла. Под влиянием социального давления нельзя насладиться комфортом триконов. Аминь. Спасибо всем вам, что оторвались от ваших важных дел, чтобы насладиться чаем. А сейчас наденьте ваши тиары. Тут лежат маленькие тиары на тарелочках. Ну, кроме тарелки Брайна. У него лежит шлем для софтбола. О, у нас закончились тиары. Не думаю, что он на меня налезет, но я ценю ваше внимание. Папа, ты принцесса. Веди себя подобающе. Брайан пытается не уронить плохо сидящий на нем шлем, но он падает и укатывается в кусты. Я подберу его позже. Привет всем! Крейг приходит с чайником и подносом полным печенюшек. Папа, чай готов? Да, он настоялся. Круто! Не хотите ли вы, девочки, поухаживать за своими гостями? Нет, спасибо. Мы ценим работу нашей прислуги. Крейг наклоняется ко мне. Это я, их прислуга. Крейг ставит перед нами чашки и кладет каждому печенюшку на тарелку. Он наливает чай в мою чашку. Для чая он ужасно светится. Я чокаюсь с Мэттом и делаю глоток. Хороший лимонад. Это чай. Верно, очень хороший чай. Я наклоняюсь к команде, которая наслаждается ее чаем. Так, что нужно делать на чайных вечеринках? Нужно наслаждаться великолепием высшего класса, папа! Она изящно кусает ее печенюшку. Чудесно! Так, встреча принцесс объявляется открытой! Слышу, слышу. Но я принцесса-воительница. Я охочусь и сражаюсь. И у меня есть очень крутой меч. А могу я быть космической принцессой? Тебе это позволено. Я буду принцессой рок-звездой. Я тоже буду космической принцессой. А их может быть больше, чем одна. Космос довольно большой, не думайте? Я изменила свое мнение. Я тоже буду космической принцессой. Пап, а ты кем будешь? А я разве могу быть принцессой? Да. Ну, полагаю, тогда я... Эх, каждый мужчина в глубине своего сердца мечтает быть принцессой. Но какой принцессой будем мы? Принцесса исторического канала, принцесса-хакерша или принцесса-грубый пацан? Ну, думаю, посвятим свою жизнь тому, что мы любим больше всего. Историческому каналу.
Я правительница всех просмотров. Осмотрю я 10-часовой марафон войны кексиков. Не думаю, что я видел это шоу. Там команда профессиональных пекарей заходит на пустой склад, и они должны испечь 1000 кексиков, используя лишь ингредиенты, что нашли на складе. Звучит ужасно. Ох, так и есть. Я думаю, я буду принцессой строительных контрактов. Принцесса бариста, я обязан быть ею. Эй, народ! Принцесса кроссфита здесь! Ты не можешь быть принцессой, прислуга. Ах, если бы не восстание принцесс, это вы бы мне прислуживали. Мы пьем чаек, а затем девочки убегают сражаться с динозаврами, как настоящие космические принцессы рок-звезды. Они так быстро растут, как будто только вчера Аманда устраивала свои собственные чайные вечеринки. Ты тоже был у нее прислугой? В точку. Кармен Сита поручала мне заваривать для нее чай. Вот они, подводные камни владения кафе. Подводные камни? Твои смеси великолепные! Мне очень понравился чай с гибискусом. О, спасибо. Это очень мило, что наши дочки играют вместе. Да, я очень рад, что мы сюда переехали. Мы тоже. Аманда для них настоящий пример для подражания. Я даже об этом и не задумывался, но похоже, они правы. Все девочки в округе равняются на нее. Хорошо, что она с ними играет. Я так горжусь ею. Ну вот и снова мы плачем за нашу дочь. В хорошем смысле, конечно же. Тебе лучше не лить слезы из-за этого, Марис. Но слезы льются сами по себе. Я купил дополнительные кроссворды, если кто-то хочет убить время, пока девочки играют. День подошел к концу, и девочки просто измотались. Аманда их нафотографировала и пообещала прислать им лучшие фото. Мы все убрали, включая столик и стульчики, а затем разошлись, когда Дейзи и Карменсита стали засыпать. Берегите себя, ребята! Спасибо, что пришли! Пока, принцесса исторического канала! Ты хочешь ужинать? Не, я наелась печенек. Я тоже. Я устал. Аналогично. Игра с кучей маленьких девочек, на удивление, утомляет. Но в хорошем смысле. Но также и в плохом. Как так-то? Я чувствую, что мне нужно прилично при них себя вести. Я не хочу давать плохой пример. Это все из-за того случая, когда ты ругалась матом перед своей кузиной. Я осквернила ее папа, она теперь из-за этого курит. Ну, эти девочки и вправду смотрят на тебя. Я рад, что они признали тебя как модель для подражания. Черт, папа! Я взлохмачиваю волосы Аманды. Ну что ж, вот такое милое отцовское чаепитие у нас было с нашими дорогими девочками. Ах, ну что же дальше? А дальше нас ожидает очередной Рут с папочкой. Правду сказать, я не знаю, когда точно его начну. Честно говоря, у меня сейчас есть несколько других проектов, которые я бы хотела завершить. А пока что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем хорошего дня, удачи и до свидания.